Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. Долой самострой! Какова судьба металлических гаражей в Чебоксарах? Зверье мое! Появится ли в Чебоксарах настоящий приют для животных? Палитра чувств. Над чем работает театр юного зрителя? На что потратить средства из республиканской казны в 2019, 2020 и 2021 году? Это сегодня предложили обсудить общественности. В Чебоксарах прошли публичные слушания по проекту бюджета. С 1 января 2019 года в силу вступят изменения в налоговом законодательстве. Так, для бизнеса на 2% поднимется налог на добавленную стоимость. В качестве компенсации компании освободят от налога на движимое имущество. Однако, если поступления от НДС всегда шли в федеральную казну, то от движимого имущества раньше оставались в республике. Потери бюджета оцениваются в 2019 году в порядка 971 миллион рублей. В 2020-2021 годах более 1 миллиарда рублей ежегодно. Кроме того, штрафы за нарушение ПДД теперь отправятся в дорожный фонд и станут целевыми. То есть тратить эти деньги можно будет исключительно на дороги. А это, по оценке специалистов, 450 миллионов рублей в год. В итоге бюджет республики в 2019 году составит по доходам почти 47,5 миллиардов рублей. Среди основных статей – социальная политика, здравоохранение, культура и туризм. Самая же крупная статья расходов по-прежнему – образование. 29% от общей суммы или 13,5 миллиардов рублей. По закону, не позднее, чем за 10 дней до публичных слушаний, граждане могут внести в проект бюджета свои предложения. В этот раз этим правом воспользовались жители деревни Кашмаши, где из-за аварийного состояния закрыли старую школу. Поступило обращение инициативной группы граждан, жителей деревни Кашмаши, высел Харакасы, Маргаурского района Чувашской республики с просьбой о выделении бюджетных ассигнований на строительство школы. Данный законопроект сегодня будет рассмотрен на заседании Комитета по бюджету, финансам и налогам. Если комитет инициативу поддержит, вопрос вынесут на сессию Госсовета 16 ноября. Тогда же депутатам предстоит утвердить и проект бюджета в целом. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика. В Чебоксарах проверяют состояние искусственных неровностей или же, как их называют в народе, лежачих полицейских. Такие элементы дороги принуждают водителей снижать скорость. Но на некоторых улицах искусственные неровности установлены с нарушением установленных нормативов, отмечают в Общероссийском народном фронте. Это показали и прошедшие в Чебоксарах рейды общественных активистов. После того, как дороги ремонтируются, мы, эксперты, выезжаем и проверяем эти дороги. Если взять улицу Чернышевского, то там есть искусственная неровность, которая не соответствует ГОСТам. Автомобили просто по нему пролетают и не останавливаются. По правилам, искусственные неровности устанавливают на участках с интенсивным движением машин, а также перед школами и нерегулируемыми пешеходными переходами. Лежачие полицейские должны ограничивать скорость автомобилей до 40 км в час. Проблемные адреса в администрации столицы пообещали взять на карандаш и оборудовать дорожные неровности в соответствии с ГОСТом. В городе Чебоксары 105 искусственных дорожных неровностей на уличной дорожной сети города. 56 из них совмещены с пешеходным переходом. Там, где произведен ремонт, там, естественно, уже в соответствии с требованиями ГОСТа приводится в соответствие и делается искусственная дорожная неровность. В Чебоксарах сносят металлические гаражи. Чтобы еще раз объяснить горожанам, для чего это делается, какова дальнейшая судьба строений и чью собственность трогать не будут, сотрудники Ленинской районной администрации пригласили журналистов, которым и продемонстрировали всю процедуру. В конце 90-х, начале 2000-х возле многоквартирных домов в Чебоксарах стали появляться металлические гаражи. Их ставили в первую очередь для ветеранов войн и инвалидов, чтобы автотранспорт всегда был под боком. И, как это часто бывает, некоторые предприимчивые граждане под шумок прилепили к ним свои, в надежде, что самострой не будет бросаться в глаза. Никаких правоустанавливающих документов у них нет, а у многих уже нет и владельцев. Эти гаражи неоднократно перепродавались друг другу. В связи с этим у администрации района, у дирекции гаражного хозяйства отсутствует информация
информации о собственнике данных гаражей. Администрация Ленинского района совместно с дирекцией гаражного хозяйства, отделом полиции, приходится скрывать данные гаражи. Многие гаражи давно превратились в сараи. Никаких машин в них нет, только вещи, причем не всегда нужные. Тест на бесхозность – расклейка объявлений с предупреждением о дате сноса гаража. Если в течение 3 месяцев никто в администрацию не пришел и документы не предоставил, гараж вскрывают. Сейчас мы все сфотографируем, заактируем, опишем. Гараж мы закроем, опломбируем и заварим. И до каких пор? Ну, я думаю, что подождем около 2-3 недель. Если владелец все-таки не объявится, то материалы будут направлены в Ленинский районный суд для признания данного гаража без хозяина. За 2 года на территории Ленинского района убрано 139 гаражей. Это половина от запланированных строений. Хозяевам гаражей предоставляют новые участки земли. Если же владелец инвалид и у него есть подтверждение постановки на кадастровый учет участка под гаражом, сносить ничего не будут. Если хозяин не объявится, дальнейшую судьбу гаражей будет решать городской комитет по управлению имуществом. В Чувашии завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в наемничестве, реабилитации нацизма и экстремизме. Дело передано в Верховный суд. Обвинение по делу предъявлено 41-летнему безработному мужчине, зарегистрированному в Ставропольском крае. По версии следствия, в период с 21 ноября по 21 декабря 2014 года за денежное вознаграждение в размере 4000 гривен он принимал участие в качестве стрелка позывной «Генрих» в составе одного из украинских националистических батальонов в вооруженном конфликте с силами народного ополчения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Кроме того, он размещал в открытом доступе в популярных социальных сетях в интернете материалы, направленные на возбуждение межрасовой и межнациональной ненависти, вражды и розни, а также реабилитацию нацизма. По ходатайству следователя судом в отношении злоумышленника избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Отмечу, что сейчас злоумышленник также является подсудимым по другому уголовному делу, возбужденному по факту его участия в незаконном обороте наркотиков на территории Чувашской Республики. По итогам 10 месяцев выдано почти 100 тысяч электронных листов нетрудоспособности. Введенный в прошлом году сервис становится все более популярным среди работающего населения. Медучреждения республики заключили с региональным отделением Фонда социального страхования соглашение об информационном взаимодействии. Выданный электронный больничный лист по сети сразу же регистрируется в фонде. Это позволяет минимизировать возможность возникновения ошибок при заполнении листка нетрудоспособности и расчете пособий. Кроме этого, уменьшается время, затраченное на оформление листка нетрудоспособности. Сокращается документооборот, не говоря уже о том, что этот сервис упростил учет бланков строгой отчетности. Лидирует в этой сфере городская клиническая больница номер 1. Здесь почти 10 тысяч пациентов получили электронные больничные. Активно пользуются современной услугой жителей Чебоксарского района. Электронные больничные выданы 2000 больным. Право на мечту. Школьница из Чебоксар Жанна Аришева всегда мечтала встретиться с известной певицей Алсу. Как исполнилось заветное желание девочки, расскажет Татьяна Трофимова. Жанна – тяжелый и редкий диагноз и удивительный характер. Жанна доказала, что все возможно. Главное – верить, надеяться и неустанно трудиться. Девочка занимается гимнастикой несколько лет и не раз становилась лауреатом различных конкурсов. Ей очень понравилась песня «Право на мечту» в исполнении Алсу, и она подготовила композицию под нее. Эта песня – саундтрек к фильму «Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее». И вот – долгожданная встреча. А ты где научилась, а? Видишь? А я жила в Америке, потом в Лондоне долго жила. Вообще Алсу очень искренний, добрый человек. Вот нет звездности, абсолютно с ней общаешься, как будто вот знакомы 1000 лет. И она, помимо того, что Жанна ее прям заобнимала, вот просто заобнимала, и она ее ни разу там не толкала, она ее гладила, сама ее обнимала, она чувствовала, вот, насколько Жанне это нужно. И потом она также общалась и со мной. Она мне сказала: «Вот такая молодец». Светлана поддерживает свою дочь во всех начинаниях. Исполнить мечту Жанны ей помог благотворительный фонд «Подарок ангелу». Она добрая, ласковая. Мы с ней разговаривали. Я с
станцевала. Потом она показала мне свою студию звукозаписи. Я посмотрела клип на ее английскую песню. На кадрах с певицей, да и на всех выступлениях Жанна всегда улыбается. Никто, кроме мамы и девочки, не знает, что стоит за этой улыбкой. Колоссальное терпение, железная воля. Если здоровые дети годами оттачивают навыки и мастерство, учатся тянуть носочки, держать спину, то можно представить, какой это труд и боль для Жанны. Но она идет и танцует. Я не волнуюсь перед выступлениями, я спокойно вхожу на сцену и танцую. Жанна не плачет. Жанна все время смеется. У нее прям очень хорошее чувство юмора, и это всегда спасает, особенно во время тренировок. Больше я плачу, мне кажется, потому что... На танце плама на мечту. Да. Ну, как каждый раз, когда она танцует, я плачу, потому что я пропеваю эту песню и смотрю и понимаю, и знаю, что за этим стоит, какие ее стоят боли, какие ее стоят страхи, какие мои стоят боли и страхи. Адаптивной хореографией Жанна начала заниматься в Чебоксарской музыкальной школе номер 3. Я увидела как-то, что Жанна очень красиво играет мечом. И родилась у меня идея поставить ей танец с мечом. Начала я искать песню, соответственно, потому что это основа любого танца. Прослушала просто неизвестно сколько песен. И все поют про любовь. Насколько редко люди пишут про какие-то стремления, про мечты действительно. И вот наткнулась на эту песню «Право на мечту». И эта песня — саундтрек к фильму «Чемпионы быстрее, выше, сильнее». То есть это про спортсменов. Но если послушать песню, прям вот четко понимаешь, что она также про людей с инвалидностью. Каждое слово в точку. Невозможно эту песню слушать, и это просто не проникнуться этой песней. Право на мечту есть у каждого. Возможно, стойкость и устремленность Жанны Аришевой станут для кого-то примером. Ведь это так важно – найти в себе силы, преодолевать трудности и идти к цели. А что мне написала вот такие строчки? «Пусть исполняются твои мечты». Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, «Республика». Вчера домашние и сытые, сегодня уже голодные и никому не нужные. Безнадзорные животные – одна из главных нерешенных проблем современного общества. И пока одни города безуспешно борются с большой численностью бездомных животных, другие нашли и применили на практике эффективный и гуманный метод ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. По стопам Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода решили пойти чувашские активисты фонда «Живая планета». Частая пациентка ветклиники – кошка Вита. Уже давно приспособилась жить без двух задних лап. Ласковая, молчаливая, доверчивая мама троих котят когда-то оказалась не в том месте, не в то время, как и многие выброшенные на произвол судьбы животные. Этот пациент поступил к нам 4 года назад. У него были травмы конечностей, были отрублены задние части, торчали кости. Мы провели операцию. Это дало возможность сформироваться костной мозоли и дать возможность ей двигаться в дальнейшем. В нашей клинике очень часто бывают пациенты, которые попадают с улицы. Чаще всего это с благотворительных фондов, с которыми мы сотрудничаем. Они всегда болеют, больше чаще всего. Очень часто у них есть патологии, связанные там с истощением, с инфекциями. У кошки Виты счастливая история. Она попала в добрые руки. Но это лишь капля в море. На практике трагических судеб гораздо больше. И основная их причина – беспечность людей. За 7 лет одна кошка и все ее потомство может принести 420 тысяч котят. Мы предлагаем всем задуматься не только о пристройстве потомства от домашних животных, но и о том, что за этим последует. Мы предлагаем льготную стерилизацию. Плюс подарок к этой стерилизации. Человек приносит свое животное, стерилизует и получает сертификат на бесплатное годовое обслуживание в ветклинике «Неотложка». В Чебоксарах отстрел безнадзорных животных запрещен. Для собак предусмотрен пункт временного содержания, а кошки находятся на передержке у волонтеров. Но это не решает основную проблему. Нужны кардинальные изменения, уверена руководитель фонда «Живая планета». Изначально пункт передержки строился для умерщвления животных. И он был рассчитан на содержание там 46 собак. Сейчас, на сегодняшний день, в пункте передержки 270. Они сидят в тесных вольерах, по 4-5 особей.
Люди, которые работают в этом пункте передержки, они работают просто в невыносимых условиях. Необходим комплексный подход к решению этой проблемы. Фонд «Живая планета» за счет собственных средств и помощи неравнодушных граждан планирует строительство приюта для кошек и собак на 500 мест в 20 километрах от города. Это позволит разгрузить существующий пункт передержки, предупредить распространение инфекции и сократить количество беспризорных животных благодаря стерилизации. Комплекс будет включать в себя санитарную зону, карантинную зону, в которую будут поступать животные. В течение определенного времени они будут проходить карантин, будут обработаны, будут проведены соответствующие ветеринарные мероприятия. И после заключения ветеринарного врача в состоянии здоровья животное будет стерилизовано, вакцинировано, выборочно выпущено на прежние места обитания. И далее передано непосредственно сам приют. Активисты фонда планируют продвигать проект всеми возможными способами. Подавать заявки на гранты, обращаться в администрацию города, к общественным организациям и жителям республики. Только строительство приюта проблему безнадзорных животных не решит. Здесь важна работа с населением. Татьяна Филатова, Валерий Резюков, Республика. От любви до ненависти один шаг и наоборот. Это расхожее выражение обретет силу и оживет на сцене Чебоксарского молодежного театра имени Михаила Сеспеля. 14 октября там пройдет премьера спектакля, над которым на протяжении года вместе с нашими актерами трудился режиссер из Москвы. На контрольной репетиции побывала наша съемочная группа. Любовь, страсть, расставание, муки, разлуки и снова любовь. Все просто и все сложно. Актеры настолько вживаются в роль, что каждый эпизод зритель проживает вместе с ними. Антонина Чернова на сцене всего 2 месяца. До этой роли она исполняла только песни. Когда я узнала, что надо будет играть в спектакле, где ставит московский режиссер, я поняла, насколько это серьезно, и очень боялась, что я не оправдаю ожидания. Но в ходе репетиций я не опустила руки. История двух слепых, которые находят друг друга спустя 20 лет, необычная и трогательная. Она наполнена чувством разочарования и любви. В спектакле звучат песни на английском, французском и чувашском языках. Любовь, само слово, я думаю, какая разница, что англичане, что француз любит, что она. Это мужчина и женщина. А какой национальности? У любви нет национальности, поэтому для меня, а так как я ставлю все-таки в национальном театре, в общем, хорошие вот эти вот нотки, они хорошо очень вписываются. Именно национальные нотки, они как бы дают такую краску, очень хорошую. «От любви до ненависти» – пятый авторский спектакль режиссера Владимира Беляйкина. Он уже успел поработать во Владимире, в Волгограде, в Брянске, в Москве и других городах страны. Каждый такой спектакль проходит на ура, отметил режиссер. Работая чувашских актеров, он остался доволен. И это взаимно. Это совершенно другая культура, другой ветер, другое восприятие, да, другое вдохновение, другая сила, другая кровь, все другое. Поэтому мы этому очень рады. Окунуться в атмосферу любви и оценить совместный труд чувашских актеров и режиссера-постановщика из Москвы зрители смогут 14 ноября. Спектакль пройдет на сцене Чебоксарского молодежного театра имени Михаила Сеспеля. Ольга Алексеева, Мальвина Петрова, Бахтияр Велиев, Республика. Чебоксарские хоккеисты одержали уверенную победу в домашнем противостоянии с барнаульским «Алтаем». 11 ноября в домашнем матче они разгромили гостей со счетом 5-0. 12 ноября в повторном матче наши ребята закрепили успех, сыграв с барнаульцами 4-3. Впереди у «Ледовой дружины» домашние матчи с хоккейным клубом «Челны» 19 и 20 ноября. А это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее вас ждет полезная информация, а я с вами прощаюсь до завтра.